Всем привет, зрители и гости моего канала, с вами Дэн, вы на канале Play with Dead, и сегодня мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2. На очереди второй телохранитель Титана. Тут очень непонятно вообще, как это происходит, то есть прокачку мы прокачиваем, да, улучшаем вооружение, но типа непонятно что куда. Короче, у нас оружие еще плохого уровня, что-то магию качнули, короче, все, мы идем на второго телохранителя. И появляется у нас мастер. Мастерство боя превыше всего, мне нет равных, поэтому я бросил вызов вечности, чтобы превзойти самого себя. Я стал величайшим мастером Востока, а редкие ученики, добившиеся моей аудиенции, лишь напоминают о моем превосходстве. Ну, посмотрим, сколько ты крут. Сейчас мы играем с музыкой из Shadow Fight, а посмотрим, насколько она крутая. Ну что, вроде ничего. Играет так. Окей, окей, все, это будет сложно. Возможно, мы рановато поперли, конечно, на мастера, но у нас нет выбора. У нас просто нет выбора. Окей, все, погнали. Так, я понимаю, что у тебя за оружие. Вниз. Предлагала, ну это классика уже просто. Не вариант. Черт, хватит убегать. Наконец-то. Какие у него интересные фичи? Ну, то есть... Что у него зачарованно? Может, ну, может быть... Да, дамажим его, конечно, не сильно. Вспоминаю, как мы ассасина выносили. Так, что... А у него тоже ХП восстанавливается! Офигеть, фиг мы его завалим, ребята. Фиг мы его завалим, ХП у него восстанавливается. Ну ты наглый жучара. Я, конечно, тебя дамажить буду, но у тебя такое... Просто капец. И в голову. А у него еще и щит какой-то? Который, видимо, поглощает. Отлично в голову. Ну все. Первым берем, ну как видите, очень. Ну, потому что у нас оружие плохое. Если бы мы его выкачали, то было бы много проще. Но. Это тяжело. Начинаем сходу прям. Я не вижу в чем. Ух ты. Его прям в падение уже. Мое любимое, зажать противника в угол и просто не выпускать его из угла. Все ХП просто восстанавливает. Вообще какой-то пинок появился. Хорош уже. Вот же. Силач-клач. У него опять фул ХП, яфиги. Как же его тяжело. Да не то, что он тяжелый, сильный боец. Нет, у него просто благодаря вот этому вот навыку просто... О, ну что-то хорошее. Вот это супер прием. Просто. Понимаете, я просто его кромсаю. Очередной хороший прием. Так, чё, никакой магии. Тяжело. И ещё. Опять не у ХП восстанавливаться. Черт! Ну черт, ну нечестно же так. Ну давай! Да! За 6 секунд до конца мы делаем это! We do it! Yes! Так, давайте посмотрим рекламу. Так, мы продолжаем, мы победили. Чувака, давайте посмотрим, какие он фразы скажет, и на этом мы закончим ролик, да, и будем ждать следующих телохранителей. Так, что нам говорит чувак? Я забыл, как его даже зовут. Как-то же зовут его? Это мастер, своенравный глупец, я основал великую школу, и имя мое будут помнить и произносить с придыханием, а тебя просто забудут. Я такой ответ, окей.
Ладно, все, всем спасибо, что посмотрели этот ролик. Мы очень близки к Титану. Титан, берегись, я иду за тобой. Все, всем спасибо, всем всего наилучшего, всем пока!